Хорошо. Сегодня? Хорошо, хорошо. Да успею я. Папа, ты сколько же сюрприза? Сколько? 9 часов? Фу, просто ужас. Посмотримся в зеркало, как же я сегодня выгляжу. О нет, что со мной? Что с моей кожей? Она сухая. Она сухая. Так, нужно одеться и срочным делом, пойти в магазин химии. А нет, в магазин косметики. Так будет лучше, купить какой-то крем. Да, но надо сначала одеться. Сапоги я уже напялила. Теперь, конечно же, мне нужно одеть платье. А вы отвернулись. Быстро, быстро отвернулись. Ну что же, платье на мне. Теперь побежали скорее, скорее в магазин косметики. А то уж не успеем. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь, да? Ага, хорошо. Секундочку. Так. Добрый день. Что вам надо? Что вам нужно? У нас все есть. Видите, какая я красивая? Вот угадайте, сколько мне лет? Сколько мне лет? Угадайте. Я же красивая. Я красотка всех времен. Сколько мне лет? Ну, где-то лет так 23. Вы что, прикалываетесь? 23. Ха-ха. Мне 56. Вы знаете, это заметно. Как? Заметно? Ну ладно. Мне нужен какой-то крем от сухости кожи. У вас кожа сухая. Ой, понимаю, понимаю. Это проблема, проблема всей моей жизни. Да? Ну вот и помогите тогда другим людям с этой проблемой справиться. Хорошо. Так, у меня есть крем вот этот. Крем вот этот. И где-то еще был вот другой крем. Провалился под вами. Вот. И крем вот этот. Выбираете. Ой, я не знаю, а какой лучше всего? О-о-о-о-о, вот этот, оранжевый. Тогда давайте его. Нет, лучше возьмите все три. Хорошо, беру все три. Сколько с меня? $5. Хорошо. Спасибо, до свидания. Не за что. Ой, удачи тебе во всем. Вам тоже. Ну что ж, попробуем намазаться. Что ж, уже терять. Так, сначала вот этот. Это сказали мне как маска. В общем, нанесем. И держать это надо 5 минут. Много слишком для маски. Все. Держим 5 минут. Спустя 5 минут. Фу, вот, все впиталось. Вроде бы. Так, теперь намажем вот этим кремом. А тот нужно перед сном. Пи-п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 и. Это тоже нужно держать минуту. Через минуту. Вот. Мое лицо. А это перед сном. Уже перед сном. Ну что ж, пора спать. Давайте раздеваться и снимать обувь. Все снимать и ложиться спать. А да, нужно намазаться. Как я могла забыть?
нужно вот так вот, сказали, порастирать вот так вот. То есть намазать вот такими вот штуками, а потом порастирать. И на утро будет гладкая и красивая кожа. Ну, посмотрим. Растираем, растираем всю нашу гладенькую и сухую кожу. Так, вот. Ну все, теперь можно ложиться спать. Я даже раздеваться не буду. Спокойной ночи. Выключаем свет. Ну кто там звонит? Ну кому опять не спится? Ну кому не спится? Ну почему все звонят? Ладно, пора вставать. Несси, я же совсем про нее забыла. У ней вчера был день рождения, а я к ней не пришла, занималась своей кожей. Алло, ты почему на мой день рождения не пришла? Я тебя приглашала, главное, а ты, видите ли, забыла. Я не забыла. Да, еще скажи, над своим нарядом готовилась, над своим лицом, над своей внешностью. И вообще, пока. Пип-пип-пип. Не, ну а что? Я зря, что ли, готовилась? И, кстати, надо посмотреть в зеркало. Что там со мной? Почему я такая уродина? Почему на мне прыщи? Это просто отвратительно. Нет. Почему так всегда? Так, я пошла к той продавщице, которая мне вчера продавала. Это все. Добрый день. Добрый день. Всегда вас рады видеть. О, Господи, что с вами? Здравствуйте. Я вчера к вам приходила, и вы мне дали крем. Он такой оранжевый был. Да-да, я дала вам крем. И вот что у меня от него на лице произошло. Что это? Скажите мне, что это? О, присядьте. Вы неправильно его нанесли. Он просто сформировался в точке, и все. С лицом у вас все в порядке. Да что, в порядке? Ха! Ну тогда докажите мне, что у меня все с лицом в порядке. Конечно. Пойдемте со мной. Ну или вытеритесь об эту скатерть. Об эту скатерть? Ну да. Хорошо. Я уже об стол начала тереться. Посмотритесь. И правда, они сходят. Я пойду дома проверю. Я скатерть возьму. Потом вам верну. До свидания. Мне сказали протереться скатертью. Ну хорошо, протремся. Этот крем все равно не сходит с моей кожи. Может попробовать намочить? Готово. Попробуем. И правда. Он сходит с моей кожи. Я теперь как новенькая. Да, конечно, я не как новенькая. Ну ладно. Уже все. Ура! Спасибо. Так вот, знаете, если у вас произошла такая история, не следует больше никогда доверять чужим продавцам. Особенно, если вам их никто не порекомендовал или вы их не проверили раньше. Всегда будьте у знакомых людей. Ну или спрашивайте о таком-то магазине. Вот. Ну или читайте отзывы хотя бы. А я не прочитала отзывы и не спросила. И получилось так, что с кожей своей все вот так произошло. Поэтому всем пока и подписываемся на мой канал, ставим лайки, не забываем подписываться на мой канал и писать комментарии. Всем пока-пока и не встревайте в такие ситуации, я вас очень прошу.